Здравствуйте, ребята! Сегодня мы представляем вам эпизод из Великой Троянской войны. А я Елена, девушка, из которой началась жестокая кровавая Троянская война. Мы начинаем. Как жаль, что не уберег я тебя, мой друг Патрокл. Убили тебя вдалеке от дома родного. Но обещаю, я отомщу тем, кто причастен к твоей смерти, особенно Гектору. Храбрые воины Трои, вчера боги даровали победу нам, и мы победили греков. Но мы убили лучшего друга Ахиллеса, Патрокла. Скоро он станет нам мстить, поэтому сегодня мы выступаем в полдень. Готовьтесь, крепитесь и мужайтесь. За Трою! За Трою! Воины мои, сегодня мы идем войной на тех врагов, которые отняли жизнь нашего друга Патрокла. Убивайте всех беспощадно, ибо они вас не пощадят. Но Гектора не трогайте, Гектора я убью сам. Что же, готовьтесь, и мы выступаем. Ура! 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 Храбрый поступок совершаешь ты, Гектор, но держись подальше от Ахиллеса. Не суждено тебе в этом бою пасть. Послушаюсь я тебя, бог Аполлон, но если кому-то из моих друзей понадобится помощь, не выдержу я, чтобы не помочь им. Начинается Троянская война! Зачем ты надо мной так издеваешься? Ведь тебя сегодня едва не убили. Зачем ты решил помериться с Ахиллесом силой? Ведь знаешь, что не победишь. Иди укройся за стенами и в бой не иди. Но великий стыд был бы мне. Нет, сражусь я с Ахиллесом, и пусть только боги судят, кому из нас победить. Мать моя Фетида, прошу, пусти меня на бой с Гектором. Если я не пойду на этот бой, то буду проклинать тебя всю жизнь. Сын мой, я тебе разрешаю идти на бой, но ты должен надеть доспехи Гефеста, и без них в бой не иди. Сегодня я, возможно, тебя вижу в последний раз. И нет сына лучше тебя. Так и иди же. Да помогут тебе боги. Гектор, ты был моим единственным другом в Трое. Ведь все остальные меня презирают. И буду я молиться богам, чтобы ты победил. Ты же знаешь, что не обязан идти в бой. Не надо, не иди. Не выдержу я этого.
позволит воздать поверженным за все подаваемые почести. Нас между Богом и человеком быть не может, так что не знаешь, где мы слышим. Думаю, что ты убились тогда мы с тобой. Жаль, что это был не ты. По погибшему юноше были... Сегодня ты пойдешь к своему голову ключа. Ты лишишься глаз, ушей и языка. Ты придешь в войну, и ты даже не можешь.